Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холиплей, первый сервер. У них здесь Кирилл Путбулови. И сегодня у нас будет такие будни, можно сказать, ОПГ. Давно не было сетрик по Мазинку, потому что был занят разоблачениями и сливами на говно атоме. Поэтому извиняйте. И сегодня мы будем возить нарко, потому что пацаны попросили привезти наркоты. У меня в шкафе есть наркота. И косарь им, в принципе, привезу. Давайте возьмем оттуда наркоту и загрузим его в машину и повезем потом. Так, давайте возьмем. Взять. Наркоты 165. Все. По 200 наркоты только можно брать, поэтому сейчас будем грузить машину и поедем, отвезем на базу. Так, для этого нам нужно открыть багажник, чтобы вложить туда наркоту. Так, главное, чтобы меня не крашило, или не сервак не перезагрузился, или машина там. Так, взять, положить, наркотики 200. Все, я положил. Так, подписчики, давайте по 5000 дадим, у меня просто больше с собой нету. Так, 185, 5000. Так, Т-меню. Положить, патроны, наркотики 200, ложим. Так, это уже 400 наркоты у нас лежит в багажнике, поэтому я думаю, совсем даже неплохо. Все, я загрузил машину, 800 грамм лежит в тачке и 200 грамм на руках у меня. Надеюсь, у нас мусора не становится, потому что, блядь, сами понимаете, столько наркоты, блядь, везти, ну это пизда. Поэтому сейчас заводим тачку и едем. Надеюсь, что мы доедем без приключений и поедем, наверное, через Галель. Потому что через трассу я что-то боюсь ехать, тем более у ХП машину маленькая. Если я тачку сломаю, то придется, блядь, я не знаю, что придется делать, потому что, блядь, я никак не положу другую машину, эту наркоту. У меня ХП всего лишь 798, поэтому будем аккуратно ехать. Так, вот я уже доехал до Горели почти. И пока что без приключений. Но, блин, на самом деле это так стрёмно ехать. Понимаете, сейчас если машина сломается, либо, не знаю, там, зареспавнится, то все, это пизда. Просто 800 грамм наркоты просто идет в никуда, понимаете? Потому что бах, если меня сейчас крашнет, либо меня в деморган посадит, либо кикнут, то все, это пизда. Реально, 800 грамм просто улетит, потому что бах есть. Если я перезайду, они пропадут. Если меня я кикну, пропадут, короче. Если машина починить, они пропадут. Просто бах такой. Может и профиксили, но я рисковать не буду. Мне кажется, это нихера не профиксили, поэтому едем аккуратненько. Просто возить туда-сюда мне пришлось бы делать 8 ходок, понимаете, чтобы отвезти 1000 грамм. А так я просто, вот видите, сейчас проеду и все. В тачке у меня лежит. Ну просто это рискованно на самом деле, поэтому не советую вам так делать. Но если, блядь, у вас железные яйца, как у меня, можно сказать, то можете так и поехать. Так, надо аккуратненько ехать, чтобы я тачку не распидрасил. Так, вот я уже доехал до Батырева, можно сказать. Осталось только доехать до базы, осталось совсем немножко. И, блин, мне так стрёмно, потому что, блин, не хочу. Надо хотя бы доехать поближе, если тачка сломается, я просто буду бегать туда-сюда. Так, красный горит, я на красный остановлюсь, пожалуй. Так, ну блин, стрёмно, чтобы меня никто не захуярил. Потому что это будет неприкольно. Кстати, вон моя столовая. Еще приходите в мою столовую. Так, и погнали, короче, нито врубаем и поехали. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немножко. Так, аккуратненько. И вперед поехали. Это вроде наш фургон или не наш, я хз. Так. Так, отойди от меня, кыш. Дайте мне заехать на базу и все. Так. Давайте закроем шлагбаум. Угу. Так, открываем багажник, короче. Я сейчас заглушу машину и все. Просто грузим, выгружаем, так сказать. Просто выгружаем. И все. Так, я багажник открыл, сейчас зайдем, я положу, что у меня на руках лежит. Так. Положить металл.
Положить наркотики, вот. 200. Ложим 200 наркоты, короче. Сейчас еще будем ложить. Так, чуваки, я уже завез, короче, сейчас последнюю партию выгружаю. 200. Все, чуваки уже взяли там. Уже 120 грамм забрали, короче. Вон. Поэтому хрен с ним, в принципе. Такие будни, 1000 грамм привез, в принципе. Я думаю, это нормально. 1000 граммулик. У меня еще 500 грамм есть, но я не буду их ложить. Так, пишу. Все, 1000 грамм положил на склад. Все, я 1000 грамм, короче, положил на склад. Я думаю, нормально. В принципе, поэтому заебись. Думаю, просто заебись. Вот такая вот серичка была. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.